покажу вам заказ, который забрала вчера. Начну с витамина С и рутина. Он подходит для всех, кто живет в неблагоприятной окружающей среде. У нас таких городов достаточно много, к сожалению. Кроме того, если вы находитесь постоянно на ногах, ваша работа связана с тем, что вы постоянно стоите, да, это тоже для вас, потому что он отлично справляется с тяжестью ног. Также в заказе у меня вот такой вот шампунь. Я пользуюсь таким шампунем сама, разрекламировала всем, у меня берут его очень активно, и все в полном восторге, потому что мало того, что он действительно дает объем, он очень приятно пахнет, отлично пенится, и самое главное, голова остается чистой достаточно долго. Также в заказе, ой, нет, это мой синхровитал четверка. Это хронобиологическая защита печени, я его пью по программе детокса. Но что хочу сказать, да? Все мы прекрасно знаем, что печень – это тот орган, который не скажет вам, что он болит. Если у вас есть заболевание печени, вы о них знаете. Если у вас есть изжога, если у вас есть горечь во рту, обязательно попробуйте вот этот продукт. Если вы имеете вредные привычки или просто хотите поддержать свое здоровье, можете смело брать. Я пью вторую упаковку, мне очень нравится. Также в заказе ЭПАМ 900 респираторный. Сразу хочу сказать, что здесь есть достаточно хороший такой список противопоказаний. Это беременность, кормление грудью, сердечно-сосудистые заболевания, непереносимость продуктов пчеловодства. Прежде чем брать, пишите, если есть какие-то вопросы, да, если сомневаетесь, я вам все расскажу. Это для тех, кто страдает носом. У меня это вечная проблема. Такой же себе постоянно беру. Дальше поехали. Перуанская мака. Это тоже в заказе, но у меня есть такой же. Это вообще афродизиак, который вырабатывает дофамин, гормон счастья. Что хочу сказать, что я пропила вот такую же, то есть я еще ее не допила, буквально вот 3-4 раза я ее выпила, и к вечеру появляется столько энергии, которой раньше просто не было. То есть ты понимаешь, что ты можешь сделать гораздо больше, и появляется желание что-то делать дополнительное. Очень классная штука. Это я брала себе, вторая упаковка у меня, барага и амарант, для того, чтобы бороться с аллергией. Поскольку сейчас у нас уже начинается скоро сезон, я активно вот эту вот штучку пью. И мы уже открыли с ребятишками. Это морской кальций, моя любимая зубная паста. Беру ее уже третий тюбик. Очень мне нравится. Дети у меня тоже ей нормально чистят зубы.